Что ж, всем здравствуйте, и это опять эфир. Это опять мой эфир. Так, немножко ждем. Сейчас кто присоединяется, скажите мне, как меня слышно, чтобы мы могли начать. Да, кто присоединяется, здравствуйте. Напишите, пожалуйста, хорошо ли слышно. Это важно. Так, ну давайте сейчас пока приходят, пока выясняем. В общем, о чем мы будем сегодня говорить? Будем говорить о семейных ценностях. Вот такой эфирчик. Есть некоторое количество вопросов, я и ваши вопросы жду. Вот и вопросы прислали уже. И с точки зрения NLP буду говорить о том, ну вот как бы куда копать, да? Потому что не факт, что мы прямо сейчас там раз и все, на все ответим. Вот. Но, по крайней мере, по некоторым вопросам, по некоторым темам, которые интересны, по крайней мере, направление совершенно точно. Ну, если получится сказать прям вообще вот делайте вот так, то, конечно, все так и будет. Вот. Если получится хотя бы задать направление, то, ну и отлично, значит, у нас будет направление. Итак, вот, что, как у нас... со звуком, как у нас с людьми. Давайте минутку ждем, да, сейчас пока присоединятся и ответят. Вот, это эфир в рамках подготовки нашего марафона. Марафона про NLP и отношения. Марафон в конце месяца стартует, 17 числа, то есть уже очень-очень скоро будет открытый вебинар. Вот это, пожалуйста, это мы вас ждем. Мы вас ждем. Ну что ж, где? А? Катя. Катя, скажи, пожалуйста, слышно хорошо меня? Должно быть отлично слышно, но я должен убедиться. Хорошо, ну что, будем считать, что все хорошо слышно. Да, Кать, спасибо, да, слышно. Ну что, начнем. Начнем, наверное, как обычно, да, с вопросов, которые простые, да, и перейдем к сложным. Как быть, если в семье мужа были одни традиции, а в моей другие, и нам никак не договориться, мы не можем прийти к общему? Вот, это вопрос... Это вопрос с половиной ответа. Очень хороший вопрос, да, с половиной ответа в него. Если вы уже поняли, что у вас были разные традиции, то это уже, значит, первый шаг к тому, чтобы... Ну, вы уже начали договариваться. Если вы уже начали договариваться, вы уже увидели, вы уже озвучили. И дальше, собственно говоря, ну, то есть вы, говоря языком NLP, вы увидели симптом, да, то есть вот несовпадение. Вот, здесь я могу сказать вот о чем. В NLP существует такая техника. Мы сейчас не будем вдаваться в ее детали и подробности. То есть техника позволяет навести там, порядок внутри себя, да, гармонию между своими частями личности, устранять внутренние конфликты, мирить себя. Ну, собственно, как раз то, что доктор прописал. Да? Вот. Но единственное, что здесь не внутри человека, а между двумя другими человеками разными. Но эта разница не очень большая. Есть одно поведение, есть другое, они не совпадают. Вот он, собственно, и есть конфликт. Чего делать-то надо в рамках вот этой техники, в рамках техники, которая называется интеграция частей личности. Ну, в данном случае давайте назовем ее интеграция частей семьи. Вот вы режете, не знаю, колбасу по одному, да, а он по другому. Да, вы хлеб режете по-разному, не знаю, борщ готовите по-разному. Вопрос. То есть, как бы вопрос в следующем. Вот есть два разных поведения, они не совпадают, они конфликтуют, хорошо. За каждым из этих поведений что стоит? Ну, что стоит? Это такой вопрос. Ну, сейчас я не жду ответа, потому что здесь нет, наверное, человека, который задавал вопрос, да, поэтому мы просто говорим, вы подумайте о том, что может стоять за каким-либо поведением, за какой-либо традицией семейной. Может быть, конечно, просто привычка.
То есть, может быть, из выяснения о том, что... Ну, давайте так, из корректного выяснения на тему, а почему у вас так? Да? Или зачем у вас так? Да? А вот ну, чем важно именно вот так делать? Давай поговорим. Вот я за себя знаю, да, вот мое вот это вот, как я делаю, оно важно вот потому-то, да, и для того-то, например. А твое для чего важно? Но разговор должен быть, понятное дело, уважительный. Разговор, понятное дело, должен быть, там, ну, то, что у нас в НЛП называется раппорт, да, то есть взаимоуважительный и конструктивный. Что важно? И когда мы переходим уже на уровень того, там, ну, то есть с момента, как резать колбасу, мы выходим на уровень каких-то больших ценностей, их там, как правило, меньше. То есть чем выше мы поднимаемся по ценностям, тем меньше ценностей и тем больше пересечений. И внезапно может оказаться, что в принципе у вас одно и то же стоит за этим. И скорее всего так и окажется в большинстве случаев. Вы выйдете на какую-то очень похожую ценность, ради которой, в общем-то, неважно, как это самое резать. Да, и, в общем-то, могу я по-другому начать, можешь ты. А может быть, просто перестанет быть важным. Потому что? Потому что в чем прикол, да? Вот наш мозг такая как бы структурка хитренькая, да, и забавненькая. Вот у нас есть ценности, у нас есть какие-то наши там концепты. Мы их откуда-то восприняли. Ну, вы же не думаете, что все абсолютно люди, да, в каждый момент времени рефлексируют свои ценности, что откуда взялось, да, там, что зачем взялось, там, почему именно так это связано. Потому что это называется работа с психологом. К психологу, так и к профессионалу не все доходят с этими вопросами, а вот чтобы самому с собой, это надо идти на специализированные курсы. Надо идти, например, на курс НЛП практик. Да? Там этому учат. В том числе вот разговаривать с собой, да, и разбираться, что как устроено. А если с этим не разбираться, то там все очень просто. Я вижу колбасу порезанную неправильно, у меня сразу бум, включается, что типа там моя ценность задевается. Не потому, что для меня жесть как важно, как порезана колбаса. Нет. Потому что у меня в голове есть связка, ценность, там, тын-тын, и сенсорное подтверждение ее. Вот. Если я вот эту связку не понимаю, если я ее не вытащил наружу, не проговорил, не понял, что это, например, просто привычка, да, или это ну, так сложилось, да, или, может быть, когда-то это было нужно для чего-то, а сейчас уже там не нужно, может быть, совсем. А может быть, и по-прежнему осталось. Но когда она вытащилась, когда мы это увидели, внезапно оно перестает быть так жестким. И тогда, если за этими ценностями у вас не стоит чего-то по-настоящему важного, то вы перестаете тогда слишком париться, так или так. То есть договаривание происходит автоматически, и сращивание некоторых традиций происходит автоматически. Но важно, я повторюсь, важным является в этом месте раппорт, потому что если вы будете нападать на эти традиции, да, если вы будете стараться воевать, то они только укрепляться будут, то есть стоящие за ними ценности, идентичности будут только укрепляться, и тогда получится, что в какой-то момент времени эти традиции, ну, за них люди начнут держаться как за себя, как за собственное «я», и тогда все, тогда как бы уже война, там развод и капец, ну зачем вам такое, да? Нет, поэтому вот еще раз, да, можете запомнить, интеграция частей личности, такая техника. Дмитрий, приветствую. Интеграция частей личности, то есть мы берем, вот есть такое поведение, есть такое, что стоит за этим поведением, что стоит за этим поведением, зачем вот это, зачем, чем важно вот это, чем важно вот это. Если мы находим важность, относительно этой важности, там легко поведение поменять, легко подстроить, компромиссы без проблем. Если мы понимаем, что там никакой важности нет, это просто привычки, тем более их легко поменять. Или перестать просто, может быть, и не поменять, повторюсь, да, может быть, просто перестать по этому поводу напрягаться. Это тоже нормальный результат. Вот, хорошо. Тут следующие вопросы. Тут их на самом деле два, но они на самом деле один. Как вводить правила в семье и в отношениях? Как вводить традиции в отношениях в семье? Откуда берутся? Да? Откуда берутся эти самые правила и традиции? Ну, понятное дело, мы их воспринимаем из своих семей. То есть то, что было принято у меня в семье, да, когда я был маленьким, я это запомню. И если я с этим ничего не делаю, я так и буду с этим жить дальше. Это привычное. За этим может вот
продолжая, да, предыдущий вопрос, за этим может не стоять уже никаких ценностей, это просто привычка. Причем привычку, в принципе, тоже вполне можно менять. Вот. Но тут, наверное, речь о том, как создавать новые. Как создавать новые, как создавать новые традиции, как создавать ритуалы своей семьи. Ну, во-первых, ну, опять же, да, мы опять же возвращаемся к вот этой самой идее. Идея о том, что ценности, как-то они реализуются, как-то они узнаются. И вот здесь вот при создании этих самых традиций, ну, там, во-первых, давайте так, во-первых, давайте традиции все-таки, наверное, начинаем с малого. Да, чем проще, тем легче создать. Раз. Второе. Обязательно надо убедиться, что за этими традициями... Вот здесь вот мы попадаем на тонкий лед манипулятивного НЛП, да, вот то самое там боевое НЛП, структуры манипуляции. Если все прекрасно понимают, зачем что-то нужно, да, и это зачем им важно, они и так это будут делать. Нет вопросов о создании традиции. Если нужно именно создавать, если нужно именно включать какие-то правила и ритуалы, то тогда нужно объяснять. Тогда нужно научиться или уделить время объяснению, почему это важно, для чего это важно, каким образом это ведет к этому. Да, у нас есть традиция собираться вечером и обедать все вместе, например. Хорошо, ну, допустим, это достаточно простая, наверное, традиция, да, достаточно простой ритуал. Ну, допустим, может быть, даже, ну, может быть, в силу там какой-то там суетной жизни сейчас, да, может быть, не каждый, может быть, там какие-то дни, да, или обязательно 2 дня. Ну, неважно. То есть здесь сейчас уже давайте эти детали я вам оставляю, как хотите. Чем это важно? Зачем это важно? Да, почему мы, как семья, вот это для нас будет важно. И вот в этом месте, да, мы должны, получается, к ней прицепить ценности. Не только прицепить, то есть мы не просто сказать, что там мы собираемся вместе, потому что там это важно для нашей семьи, потому что это сплоченность. Это хорошие слова, только они не факт, что будут понятны всем. Да? Там есть дети, есть папы, мамы, там, смотря кто традицию создает. Да? Для чего? То есть какие семейные ценности за этим будут стоять? Раз. Как именно они будут за этим стоять? То есть объяснение. Объяснение, вот, ну, некоторые стратегии, да, некоторые стратегии, почему вот это вот приводит к вот этому, к увеличению, каким образом приводит. Сенсорные проверки, как она это улучшает, как она это приводит. Дополнительные какие-то бонусы. Объяснение ценности, ну, скажем, для детей. Да, дети могут не понимать там важность какой-то там глобальной семьи, но если это поддержка, если там это какая-то вот такая семейственность, да, то несколько раз детям за этим ужином, да, помогли с их какими-то вопросами, да, что-то объяснили, там, по школе, по жизни. Да. Несколько вопросов специально перенесли на ужин. Если ребенок там подошел днем, да, или там с каким-то вопросом, то есть если вопрос там не суперсложный, не вот прямо сейчас в моменте, если он нормально, можно его туда откладывать. Специально откладываем. Вот у нас как раз вот мы там все это вместе обсудим, чтобы мы друг дружке помогли. Я тебе посоветую, мама, я пока подумаю, да, чтобы там вот мы вместе приняли какое-то решение, например. Обсуждение отпусков, может быть, еще чего-то. То есть позаботьтесь о том, чтобы за этими традициями, ну, давайте я еще раз напомню, да, традиция простая, за ней стоит ценность, есть путь, по которому понятно, как она движется до ценности вот этой вот. Ценность есть ее отражение на всех других людей в семье, да, то есть понятное отражение, и вы заботитесь о том, чтобы вот эти вот самые штуки создавать, то есть несколько раз сделать. То есть ритуал, он требует, чтобы мозг, да, мозг человека, вот давайте здесь сейчас вот от этого чуточку в сторону, да, и как формируется привычка. Но мы же хотим, чтобы традиция была как привычка, да? Как формируется привычка? Если человек сделал что-то новое, и это новое оказалось простым, понятным и полезным, ну, то есть я сделал это несложно, никаких проблем, я это сделал, я получил результат, я вижу, что результат мне нравится, я на это потратил сил мало, поэтому, ну, то есть процесс эффективен,
Может быть, эффективнее, чем я это делал до этого. Супер, все. Это первый шаг к тому, чтобы мозг прям схватился и типа, ну классно, все, так и буду делать. И вот эта вот идея о том, что там нужен 21 день делать одно и то же, чтобы мозг типа привычка сформировалась. Не-не-не. Судя по всему, 21 день – это когда вы сами себя заставляете. А вот для того, чтобы привычка сформировалась хорошая, ну скажем так, чтобы закрепился новый более эффективный и более простой навык, да, чтобы вот это произошло, это, как правило, там происходит за 1-2-3 раза. Множество случаев в консультировании у меня, например, да, когда человек разобрался с тем, что у него уже есть, новый навык приходит к нему, мы тут же его проверяем, 1-2-3 сделали, все, на следующий день оно уже на автомате у него работает. Не, он еще немножечко помнит, он еще немножечко рефлексирует, что да, ну что это вот то, что он вчера научился. Он даже, может быть, немножечко удивляется, что ничего себе, только вчера вроде научился, а сейчас делаю уже так, ну, достаточно уверенно. Какое-то время все равно, конечно, нужно, должно пройти, чтобы это все совсем укоренилось, но не 21 день, совершенно точно. Вот, это вот с ритуалами. Вот, еще. Ну, тоже немножечко, наверное, продолжение, да, того, что сейчас уже было. Мне тяжело жить в новой семье, вышла замуж, и муж требует от меня очень многого. Я чувствую себя кухаркой, а не женой. У него в семье было так же. Надолго меня не хватит. И возвращаемся. Да, вот как быть, да, когда там одни традиции, другие традиции. Разговаривать. Привычка. Может быть, у мужа привычка вот к этому, ну, поднимать ее, да, там, ну да, он привык. Может быть, у него за этим какие-то ценности стоят, надо выяснить. Надо, опять же, с ним поговорить, выяснить. У вас тоже ценности, их, соответственно, надо озвучить. То есть их, ну, как бы надо бы найти общую ценность, да, срастить. Надо бы, например, попробовать предлагать какие-то варианты. То есть предлагать на тему того, что если, например, будет вот так, если, например, будет вот так, да, если там вот так вот, а если там вместо этого вот так, например, то, ну, на уровне... Вот вы знаете, такой, может быть, не совсем вот в эту тему пример, но похожий про привычки, про ценности. Понятное дело, что, например, у всех у нас за едой стоят и привычки, и ценности. Нам есть нужно, потому что это там, ну, и жизнь, да, и там многие остальные вещи, это и радость, и прочие штуки. И пищевые привычки есть, то есть то, к чему мы привыкли, что есть. И когда, например, человек приходит, ну, скажем, уже по показаниям, да, там, к диетологу, и диетолог ему говорит, ну, вам надо вот от этого, и от этого отказаться. Человек говорит, ну а как я от этого откажусь? У меня больше-то ничего не останется. Я кроме этого ничего не ем. Я кроме этого ничего не знаю. Вот тут важный момент, да, наступает. Человек может и не понимать, но, скорее всего, это вылезет. То есть, а что я буду есть? Я больше ничего не умею. А я не представляю, какая еще существует еда. Так может быть и здесь также. Ну, по крайней мере, отчасти. Да, может быть, есть какие-то предложения. Давай, например, вот так. А давай, например, вот так. И в этом месте, да, в этом месте, ну, вот тот самый там муж, да, он может, в принципе, ну, может быть, даже и понять, да, для себя, что, ну, нет, наверное, это я так просто привык, а вот так вот, ну, может быть, тоже можно. Может быть, где-то там можно заказывать там еду на дом какую-то, например, почему бы и нет. Может быть, там что-то еще, может быть, надо, может быть, ходить куда-то там, типа в ресторан, да, ну, в кафе, не знаю. Вот. А может быть, это, знаете, а может быть, это еще и пересечение, некоторая ценность. Ну, точнее, пересечение. Ну, опять, здесь же нет реальных людей, да, поэтому я могу делать некоторые предположения. Там, может быть, ему нужно просто, чтобы была приготовлена еда, да. А вот, например, там разнообразие еды, это может быть вот такое подспудное внутреннее желание самой женщины. И вроде бы, как бы, да, там нужно готовить, но там я не могу одно и то же готовить. Мне кажется, что если я буду готовить там, ну, там, два блюда чередовать, что у меня там будет вот
что муж, жена, да, что они будут недовольны мной. И тогда я должен, значит, разнообразить. Тут и о себе тоже немножечко подумать, потому что там анекдот, да, про еда мужская 5 килограмм, они, ну, не на ровном месте возникают. То есть, может быть, там, может быть, как бы ему, мужу-то и не нужно там какое-то особое разнообразие и изыски. То есть, ну, в чем там суть его требовательности? Потому что здесь тоже, знаете, человек говорит одно, ну, здесь у меня, как, ну, опять, да, опять к этому нашему НЛП обратимся, к техникам из того самого там курса практик. Мы, ну, не только мы, конечно, будем к ним постоянно возвращаться. Там есть такая штука, метамодель, вопросы, задавать вопросы на прояснение того, что происходит. Мы здесь уже говорим про вопросы, да, узнавать, что это значит, зачем это значит, почему, там, какие детали. И вот, может быть, и здесь тоже. То есть, ну, его требовательность, да, он там, ну, пишут здесь нам в вопросах, требует. А, ну, а что именно он требует? Просто он, может быть, например, просто говорит, что, типа, там, я, когда прихожу домой, там, должна быть еда. Ну, допустим, окей, хорошо. А, ну, в этом требовании, например, вот, в этом требовании нет понимания, какая еда должна быть. То есть, в этом требовании я, например, не слышу критериев никаких. То есть, человек ничего не озвучил, если просто так звучит. Поэтому, ну, тут огромное количество вопросов, да? Каковы критерии-то этой еды? Что именно? Список, может быть, какой-то есть, из которого допустимо. Там еще что-то. Этого ничего нету. Если я вместо этого подставляю свое, то, ну да, это может быть сложно. Потому что там такие блюда, такие-то у меня в голове там возникает всякое разное. Да? Как часто должна меняться ассортимент еды, там еще что-то. И очень может быть, что здесь требовательность мужа, она, ну, отчасти является вот скрытыми же стратегиями жены. Я не утверждаю, что это так, но вполне может быть. Поэтому, опять же, ну, разговаривать, да, разговаривать, договариваться. То есть, а в чем, ну, как бы, в чем требование? Во-первых, четко осознать, в чем именно его требование, в чем именно его заключается вот традиция, его ожидания. Во-первых, ограничить их, ну, то есть увидеть их четкость границы, чтобы я свое не подсовывал как его, да, там она не подсовывала как его. А, ну, во-вторых, понятное дело, дальше потом движемся, да. Дальше, например, там, может быть, возникнет такая фраза, типа там, а я думала, что тебе вот это надо, я поэтому тут стараюсь. Такой, да нет, ну, свои пельмени, я нормально. Ну, вполне возможно. И тогда раз, ну, и внезапно исчезает, например, там очень многого, да, допустим, может исчезть. Ну, либо просто окажется, опять же, вот как и в предыдущем вопросе, когда, ну, тут требования, да, там, тут критерии, там, тут шаблоны, тут правила, тут традиции, да. И дальше, что за этим, чем важно для тебя вот это, что это для тебя обозначает. А если, например, этого нет, тогда что, тогда какие-то ценности задеваются или что, или ты просто так не привык, ну, может быть, нам, ну, может быть, вместе мы какие-то новые заведем. Ну, все-таки это как бы наша семья, да, там мы здесь можем там сделать так, чтобы это было всем удобно и всем комфортно. То есть нормально. С одной стороны, ценности, из которых мы выстраиваем, да, с другой стороны, гибкость, с третьей стороны, компромисс. Из этого всего нормально выстроится, ну, в том числе вот то, о чем мы говорили, да, какие-то семейные традиции. Причем, ну, они же могут и меняться по ходу дела. То есть семья это тоже, наверное, организм, да, развивающийся. Там семья, когда еще детей нету, семья, когда дети уже есть, когда дети подросли, когда дети еще там повзросли. Да, это разные семьи, и там тоже какие-то должны быть переходы. Семья жила в квартире, переехала в дом. Это повод пересмотреть некоторые шаблоны. Не только те, с которыми мы пришли в семью, но и те, которые уже здесь сформировались, а мы поменялись. То есть, почему бы и нет? Это нормально, это процесс. Вот, хорошо, движемся дальше. Как в детях воспитать уважение к своим сверстникам и когда лучше всего это делать? В каком возрасте ребенка? Ну, лучше всего это делать, конечно же, до рождения ребенка. Понятное дело, что вот, ну, это здесь, знаете, это здесь вот и в том числе... Тут еще вот такой вопрос есть, да, как привить уважение к пожилым, поскольку нет живого примера бабушек-дедушек.
Дети очень многое берут от того, что делаем мы сами. Помнится, в моем детстве, ну, это не то, чтобы там я говорю, что так надо делать, да, там, смотрите сами, просто пример. В моем детстве, помнится, мы ходили в гости к ветерану. Этот ветеран, он был знакомым, хорошим знакомым моей бабушки. Она сама не воевала, она была в тылу, а он вот как бы воевал. И мы, соответственно, ну, то есть я не только со своей бабушкой общался, но мы конкретно ходили к нему, ходили в гости, там, приносили какие-то ему там угощения, слушали, общались с ним, он рассказывал что-то. То есть нет своих бабушек, дедушек, это, ну, не повод. Можно найти, как бы, с кем пообщаться, если это надо. Сверстников, уважения, ну а как вы отзываетесь там о своих знакомых, да, там, ну, при детях в том числе отзываетесь. Как это проявляется, ну, там, в вашем поведении вокруг? Это простые, банальные вещи, да, то есть, что тут как бы говорить? Это банальные вещи. Ладно, давайте покруче, да. Ну, если явных противоречий нет вот этой вот с нормальной бытовой вежливостью у вас, да, тем не менее у детей почему-то ее там по вашему поводу недостаточно, то, ну, давайте так. Говорил уже, да, поведение. Поведение должно иметь цель и должно иметь результат. То есть, как бы, там может быть цель большая, цель меньшая, результат желательно, ну, какой-то такой прям как бы ситуативный, то есть, ну, и поближе. Постарайтесь простраивать. Постарайтесь объяснять не из идеи просто надо. Не из идеи просто там делай и все, потом поймешь. Это не работает. Из идеи почему вот так. Ну, то есть объясните почему. Объясните, как это работает. Объясните, ну, там, вы хотите привить уважение. А, ну, вы же для чего-то это хотите привить. Значит, есть идея, что уважение ценное. Чем оно ценное? Оно ценно какими-то, ну, какими-то результатами, да? Оно что-то делает лучше, оно что-то делает проще. Хорошо, ну, объясните. Объясните за счет чего? Объясните что? Постарайтесь найти объяснение, понятное ребенку. Ну, то есть в его-то жизни это где и зачем? Он общается, он разговаривает. Ему что-то нужно от своих сверстников, например. Ему может помочь в этом уважении? Объясните как? Если ребенок достаточно взрослый для того, чтобы, например, понимать концепции психологические уже, то есть можно ему там простыми словами, но тем не менее рассказывать, опять же, что-то из того самого, там, НЛП, из просто по психологии. Там, да, даже пресловутого Карнеги там отчасти, может быть, можно. Но, ну, объясните механизм работы, объясните, где это полезно, чем это ему полезно. И прямо сейчас, и позже, и дальше, да, то есть и цель, и что делать, и очень просто, и парочку бонусов рядышком. Как тут это выстроить, да? Контекст, где, что делать, простые слова, к чему это приводит прямо здесь и сейчас, какие еще это дает, какие еще бонусы здесь это дает, к чему еще более важному это ведет со временем. Вот такое примерно объяснение. Вот. Ну, будет запись, вы это можете переслушать еще раз. Вот. Ну что, давайте еще. Как формируются семейные ценности? Ну, давайте так. Во-первых, ценности, они во многом уже сформированы в голове у человека, в голове у людей. Когда люди вступают в брак, когда люди вступают в отношения, появляется то, что в НЛП, ну и вообще там не только в НЛП, например, там можно назвать вот тем самым «мы». Некоторая рамка «мы». Появляется некоторый новый организм. Появляется семья. Ну, она не является как бы в чистом виде там, живым организмом, да, там, субъектом. Она отчасти демонстрирует признаки живого организма,
Но вообще она является некоторым таким полуабстрактной суперпозицией ваших ценностей. То есть муж с одними ценностями, жена с другими ценностями и вперед. И они раз, и где-то вот на объединении вот этих вот вещей какие-то ценности складываются и увеличиваются, потому что и здесь они есть. Какие-то там плюс-минус лежат рядышком. Какие-то, может быть, противоречат и их, ну, там, чуть-чуть отодвигают в сторонку. Какие-то, может быть, вступают тоже в некоторое такое шероховатости, но они не особо значимые, и поэтому они там постепенненько отмирают. Какие-то из них начинают вытесняться из семьи, начинают сублимироваться где-то. Это, ну, это не значит, что там какие-то там параллельные отношения. Это значит, что там, ну, может быть, в семье как бы создались, да, более такие гармоничные, более мирные отношения, и тогда, ну, скажем, ценность авторитаризма может быть вытеснена куда-то там на работу, и человек начинает на работе догонять начальствование свое и все остальное. Ну, почему бы и нет? Вот. То есть они формируются во многом, вот, ну, я сейчас фактически рассказал механизм, да, это они так самостоятельно это делают. Если не прикладывать никаких усилий, то произойдет вот то, что произойдет. То есть будет какое-то время притирания, какие-то ценности воссияют, какие-то там, там ни шатка, ни валка будут, какие-то вытеснятся из семьи, какие-то начнут конфликтовать, если никуда не вытеснятся, то будут просто регулярно на этой почве возникать конфликты. Да? Не обязательно сложные, не обязательно сильные, может быть, просто там такие как бы привычные легкие конфликты, да? Привычная легкая ссора. Вот, и они, конечно, тоже имеют потом склонность где-то там дальше накапливаться, там, оставлять их, конечно, не стоит. Но вот если этим вопросом управлять, если этим механизмом управлять, если вовремя понимать, что вот здесь вот конфликт, и тогда нужно с ним разбираться, ну, в чем это конфликт? Это конфликт в ценностях, это конфликт вот в тех самых там правилах или отношениях. Разбираться. Если конфликт в правилах, в каких-то привычках, ну, то стоящие за ними ценности не обязаны конфликтовать, и мы спокойно можем договориться. Если конфликт в ценностях, то ценности тоже не являются финальными, не являются окончательными. Можно и по поводу ценностей еще чуть выше пройти. То есть, ну, казалось бы, может быть, слово какое-нибудь важное, да, там, ну, там, мне нужна забота. Да, это ценность, это важная ценность. А для чего нужна забота? Ну, то есть, а что более важного стоит за заботой? Этот вопрос все равно полезен, этот вопрос все равно нужен. Потому что, ну, как бы где-то в чем-то, может быть, дотянуться до чуть больших ценностей, и тогда, может быть, меньше, чуть менее станет важной вот эта самая забота. Не будет, может быть, просто такой требовательности по этому поводу, она снизится. А реализуется что-то еще там дополнительное, запасное. Или может быть сознательно какие-то там зарождающийся конфликт перевести в какую-то вот там, в какую-то, ну, сознательно вынести ценность куда-то там в работу, во что-то еще, ну, почему бы и нет. У нас же довольно много ценностей, и они, наверное, не обязаны все абсолютно в семье удовлетворяться, иначе мы из семьи никуда не уйдем, ни на работу, никуда. Ну, так я предполагаю. Вот. И поэтому, да, как формируется, если мы ничего не делаем, но они как-то сами сформируются. Если мы делаем, ну тогда, да, тогда вот мы и понимаем, как бы, что за ценность, а что за ней стоит, а из чего она состоит, а как она складывается, и что мы, в конце концов, вместе со своим партнером в семье собираемся из нее делать. Вот у нас там есть две ценности, они там чуть-чуть не совпадают, но мы как бы что? Давайте мы с ними поразбираемся. То есть они, может быть, есть что-то большее, и оно там срастится, и все нормально. Может быть, нет, ладно, допустим, они конфликтуют. Может быть, есть какие-то варианты дополнительного удовлетворения этих ценностей, но для семьи, ну, экологичные для семьи, экологичные для других семейных ценностей. Ну и, пожалуйста, тогда почему бы нет? Пусть будут. Опять же, найти и все хорошо. Вот. Ну и последний на сегодня вопрос. То есть некоторые, наверное, вопросы длинные.
Ну и они будут еще у нас, я напомню, да, у нас очень скоро марафон будет по поводу там, 5 живых занятий, 5 домашних заданий по поводу работы с отношениями. И предваряет марафон будет вебинар наш с Юлией Рословой 17 числа. Совершенно бесплатный вебинар, на который тоже можно прийти со своими вопросами, и мы там тоже подробно будем рассказывать, отвечать. Вот, поэтому если что-то мы сейчас не ответили, то это туда. Присылайте, пишите и ждем вас на вебинаре. Вот, как защищать свои ценности, ценности своей семьи? Есть такой раздел NLP, подраздел большого NLP, да, там боевой NLP, техники манипуляции и всего остального прочего. Их мы преподаем и предлагаем изучать не для того, чтобы их применять, а в большей степени, ну, давайте будем честными, применяют, конечно, люди там, где им ради их ценности надо, это их дела. Вот. А в большей степени для того, чтобы понять, почувствовать и научиться быть под ударом. Научиться понимать, научиться выстраивать какую-то, знаете, там возникает такая, какой-то, не знаю, призрачная защита, да, призрачный щит. Когда ты понимаешь, что это моя ценность, это для меня важно. На нее идет нападка, кто-то говорит что-то другое, кто-то, может быть, даже очень убедительно говорит, что это не так. Но я же не планирую сейчас пересматривать свои ценности. Более того, я свои ценности вообще ни с кем-то не планирую пересматривать, наверное. Ну или, по крайней мере, в общении с, ну, как бы только с теми, кто в них вовлечен. Если мы говорим про ценность семьи, хорошо, собравшись в семье, мы можем обсудить, насколько для нас важно вот это или вот это. Кому-то больше важно, кому-то меньше важно. Да? Там, как мы будем с этим поступать? Может быть, это уже и не нужно нам. Давайте там, ну, выясним. Это нормально. Это момент работы над собой, работы над отношениями, работы над ценностями. Он может быть, он полезен, он хорош, но там не должен быть кто попало в этом месте. Более того, это, наверное, и не должно быть когда попало. Потому что стоит, например, там в каком-нибудь печально встревоженном, хаотичном состоянии начать думать о своих ценностях, да, ну это не очень прикольно. Должно быть нормальное, ровное, конструктивное состояние. И поэтому, если у вас не ровное, не конструктивное состояние, не нужно всерьез воспринимать ничего. Вы как бы делаете слепок своих ценностей, да? Как правильно смотреть телевизор? Есть такое... Давайте... Берете, как бы делаете свою копию, которая сидит перед вами, вот так вот, и вместе с вами смотрит телевизор. И вот то, что там рассказывают, оно ему идет. Вы как бы так, это, вас это не касается, как будто бы. То есть между вами, им и телевизором там дополнительное стекло. А вот он смотрит этот телевизор, а вы на него смотрите. Вы смотрите там вот на эту копию себя со всеми ценностями, и вот телевизор ей что-то гонит, и вы вдруг смотрите, что он печальнее становится, да, вот этот вот. Копия вас становится печальнее, становится тревожнее, например. Или начинает там собираться на революцию, кто-то еще. Ага, ну хорошо, в этот момент понимаете, да, там, что, например, из телевизора на это повлияло, да, там, как что. А вы не обязаны в это вовлекаться, вы можете копию убрать, так, типа, ладно, окей, хорошо. Нет, говорите вы, понятное дело, что если я буду вот это слушать, я буду так себя вести, я даже понимаю, почему. Да, я вижу ваши вот эти вот там ходы, заходы, я вижу все эти фокусы языка из телевизора, я вижу эти манипуляции, я, может быть, их не все вижу, да, ну, там, ну ладно, там, я, даже я не все вижу, да, там, вы, может быть, еще меньше видите, а может быть, больше, не знаю, может, другие, неважно, но, ну, вижу их, да, и да, я понимаю, вот, я понимаю, что если сейчас вот эту ценность взять и позволить им с ней работать, скорее всего, там будет вот так вот, может, пошатнется, может быть, еще что-то, но кто им позволит с ней работать, зачем? Нет. Да, говорю, понимаю, что если вот так вот рассуждать, да, конечно, наверное, будет плохо. Только я так не рассуждаю, у меня другая ценность, у меня другие темы, я по-другому считаю, и вообще я сейчас как бы не собираюсь об этом думать.
не собираясь в это вовлекаться. Вот как-то так защищать свои ценности. То есть помнить, помнить о них, помнить о том, что вы их формируете, вы их переформируете, но вы же их и держите. И вам кто-то говорит, нет, на самом деле там все плохо, вот так, вот так, вот так. Ты говоришь, ну да, если так думать, то, наверное, все плохо. Я, правда, по-другому думаю. И у меня поэтому там, ну, по-другому. Я как-то, ну, я в своем, мне в своем больше нравится, я останусь, пожалуй, в своем. Я не против, вы можете продолжать думать вот так, как думаете вы. Почему нет? Вот так вот, так вот и защищать. Ну что, на сегодня тогда это все. Да, если там, ну, вопросов, я смотрю, не было. Можете их присылать просто в личку, там, на тему отношений присылайте, потому что будет еще, или не будет, так, будет, по-моему, еще один эфир. Ну, в любом случае, 17 числа на вебинаре давайте всех жду, приходите, там, где будет вебинар, завтра будет объявление, и оно уже есть, объявление на вебинар в социальных сетях, все, ссылки все есть. Ну что, всем спасибо. Спасибо, кто был. Спасибо всем, кто присылал вопросы. Я думаю, что вы сейчас здесь находились и слушали. Запись остается. До встречи на вебинаре, на марафоне. Ну и вообще, до встречи. Все. Всем пока.